Металлические столбы выросли на входе на стадион «Старт». Это опоры для будущих ограждений зоны досмотра зрителей. Рабочие в СМПО «Строитель УКС» установили их с обеих сторон от билетных касс. Реконструкция ограждения стартовала в сентябре 2019-го. Строители заменили старый забор на кованый, который создает единый стиль с ограждением парка Гагарина. Незавершенным остался центральный вход на стадион, который, согласно дизайн-проекту, сдвинулся в сторону улицы Энгельса. На следующей неделе планируется навешать пролеты. Будет произведено силами 19-го цеха благоустройство территории, озеленение, восстановлено асфальтовое покрытие за ограждением. Внутри будет, как бы, кстати, озеленение восстановлено. Вот, силами 19 цеха. Теплотрасса, по всей видимости, останется. В зоне досмотра, которая будет выглядеть вот так, смонтируют сигнальные рамки, установят видеонаблюдение. Сотрудники спортивного цеха, которые поддерживают в рабочем состоянии и лед в куполе манежа, очень скучают по спортсменам, зрелищным соревнованиям и той движухе, которая с утра до позднего вечера кипела здесь. С нетерпением мы все ждем снятия ограничений и отступления надоевшего коронавируса. Надеюсь, что скоро все будет откроется, и любители, спортсмены займутся любимым делом, как бы это. Вот, ждем с нетерпением.